назовні, посміш канали ті моєму здаються. Мізерними усі проблеми, усе продовжує йти своїм ходом, щодня додається чогось нового. Але ти один, що знаєш нутро моє, ти єдиний Бог створив мене. Віднови мене, крила підійми мої, віднеси мене туди, де будеш тільки ти, там, де вперше раз зустрілися з тобою ми, віднеси туди, де будем тільки я і ти. Всередині смуток серце наповняє невпевненість. Сам не знаю, чого шукаю, дивлюся на сторони і розумію, що в світі холодному не зігрію. Большое спасибо большое Елизавете Жихаль за столь прекрасное пение. Елизавета будет сегодня оформлять музыкальную часть нашей программы. Мы приветствуем каждого пришедшего на это место сегодня, дорогие наши друзья. Мы рады вас видеть. Напоминаем, что вы пришли на особенную программу, посвященную 500-летию, 500-летию реформации. 500 лет назад, мы знаем, что в Германии произошла реформация, которая изменила ход истории всех стран Европы. И в этом году у нас особый праздник, весь год. Это особый год, когда мы имеем полное право, так как президент Украины наш подписал официально документ, который дает право нам говорить о реформации, о Евангелии везде, где есть такая возможность. Это одна из программ, которая посвящена этому событию. Мы видим, что в нашем зале проходят разные мероприятия. Прекрасная арка, по всей вероятности, совсем недавно на одну семью стала больше в Украине. Мы еще раз подчеркиваю, что крайне рады видеть каждого присутствующего здесь сегодня. И я
спешу пригласить Елизавету сюда вновь на эту сцену для того, чтобы она порадовала нас еще одной песней. Ты во мне, как солнце луч нежный, океан любви безбрежный, светом разгоняешь тьму. Я к тебе иду, бегу. Я в тебе пылинка вселенной, но в твоей любви неизменной мне. Навсегда ты нашел меня, смертью сына спас навеки. Теплый дождь, холодный снег. Ты во мне, я верю и знаю, и к тебе всегда прибегаю. Слышу нежный голос твой, мой папа. В тебе, как зернышко в поле, как орел, парящий на воле, счастлива участью своей, жить в милости твоей каждый день. Ты нашел меня, смертью сына навеки, милуя, любя, подарил мне небо, реки, солнце и луну, звезды и траву, плач и детский смех, теплый дождь, холодный снег. Навеки, милуя, любя, подарил мне небо, реки, солнце и луну, звезды и траву, плач и детский смех, теплый дождь, холодный снег. Прекрасное пение. Спасибо огромное. Рады приветствовать тех, кто вновь подошел сюда. Мы видим, что нас становится больше, это прекрасно. Хочу напомнить, что мы пришли на особенную программу, посвященную 500-летию реформации. И сегодня с нами доктор теологии, историк, преподаватель
университета Фриденсау, что находится в городе Виденберг, где, между прочим, преподавал и получал докторскую степень сам Мартин Лютер в свое время. Мартин Лютер, с которого и началась реформация. Поэтому мы рады приветствовать и приглашаем сюда Йоханнеса Хартлапа, доктора нашего, а также его будет переводить Бабошка Александр. Приветствуем вас и приглашаем на эту сцену. Давайте поприветствуем. Добрый вечер. Wie geht es Ihnen? Как дела у вас? Am Ende dieses Tages. Под конец этого дня, как вам? Erinnern Sie sich noch an die Frage, die wir gestern gestellt hatten? Помните вчерашний вопрос, который я вам задавал? Was wäre das Leben ohne Freunde? Какой бы был мир для нас сегодня без друзей? Das Leben wäre nichts wert. Наверное, тогда жизнь была бы неценной. И мы вчера говорили о том, что Мартин Лютер нашел друга себе в жизни. И для него этот друг был настолько дорогим, что он поставил его на первое место в своей жизни. Und dass sich ganz diesem einen Buch gewidmet hat, das ihm so wichtig war, der Bibel. И Библия для Мартина Лютера стала очень важной. Und sagt nicht nur, das ist die Bibel, sondern sagt, das ist meine liebe Bibel. Я не просто говорю книга Библия, он говорил моя любимая Библия. Haben Sie auch ein Buch, das Ihnen so wichtig ist? У вас есть книга, которая вам очень дорога? Es gibt sicher viele schöne Bücher. Я уверен, что есть много хороших книг. Ja, und es gibt gute Bücher. Очень много книг. Und es gibt wunderbare Schriftsteller. Есть хорошие писатели также. Und ich gestehe, dass ich russischsprachige Schriftsteller auch sehr gerne lese. И я очень также хотел бы прочитать и русских писателей. Zum Beispiel Sholokhov. Например, Шолохова люблю читать. Aber ich möchte Ihnen etwas von einem Schriftsteller erzählen, der aus Deutschland kommt. Но сейчас я хочу рассказать о немецком писателе. Einer der bekanntesten Schriftsteller in der damaligen DDR. В то время был в ДДР известный писатель. Und das war Bertolt Brecht. Bertolt Brecht. Haben Sie den Namen schon einmal gehört? Слышали имя такое? Bertolt Brecht. Und als man ihn gefragt hat, Bertolt, was ist das wichtigste Buch für Sie? И когда Бертольда Брехта спросили, какая для вас самая важная книга? Da hat als Kommunist gesagt. И он как коммунист сказал. Sie werden lachen. Es ist die Bibel. Вы будете смеяться, но это Библия. Und deswegen ist es gut, dass wir auch heute wieder uns ein Stück aus der Bibel anschauen und dann sehen, wie in der Reformation das eine Bedeutung bekommen hat. И сегодня мы также будем читать отрывок из Библии и также поговорим о важности реформации. Und ich möchte Ihnen eine Begebenheit erzählen, die ganz am Anfang der christlichen Kirche steht. И хочу также начать с одной истории, которая стоит в самом начале христианской пути. Eine Begebenheit, die zu Ostern geschehen ist. Zu Ostern. Одна история, которая относится к Пасхе. Ja. Und unmittelbar nachdem Jesus gestorben war, и незадолго после того, как Иисус умер уже на кресте, sind zwei seiner Freunde nach Hause gegangen. Два его друга шли по дороге домой. Wir kennen sogar den Namen von einem dieser Freunde. Мы даже знаем имя одного из друзей. Das war Kleopas. Это был Клеопа. Und sie gingen nach Hause und sie waren sehr entmutigt. Они шли домой и были очень расстроены. Können Sie sich vorstellen, wie jemand geht, der entmutigt ist? Можете себе представить, когда кто-то идет домой, очень устал? Der schleicht nur über die Straße, der geht nicht schnell. Он был очень расстроен. Они шли не быстро, а медленно, переставляли ноги. Und er springt erst recht nicht vor Freude. И вот наконец он от радости аж прыгает. Und diese zwei Männer, die eigentlich gehofft hatten, dass Jesus der König in Israel wird. Dass Jesus König in Israel wird. Да, и они думали о том, что Иисус станет царем Израиля. Diese zwei Männer gingen jetzt zurück. Ihre Hoffnungen waren enttäuscht. Они шли уже домой и были расстроены, потому что их мечта не сбылась. Für sie gab es keine Hoffnung mehr. Для них больше не было надежды.
Können Sie sich das vorstellen, wie das ist, wenn man eine Person verliert, auf die man ganz viel gesetzt hat? Можете себе представить, когда кто-то теряет кого-то, для кого он был очень важным? Aber jetzt war alles vorbei. И теперь все прошло. Und sie gehen gemeinsam von Emmaus nach oder von Jerusalem nach Emmaus. И вот они идут вдвоем с Иерусалима в Эммаус. Emmaus war ein kleines Dorf ungefähr 2 Stunden entfernt von Jerusalem. Эммаус это был небольшой городок, где-то 2 часа пути от Иерусалима. Und wahrscheinlich war es schon am Abend des Tages. И возможно это уже был вечер. Und sie wollten schnell nach Hause kommen. И они хотели как можно быстрее прийти домой. Denn damals gab es keine Straßenlampen. Тогда не было настоящих дорог. Und im Dunkeln wollten sie auch nicht gehen. И они не хотели по темноте идти домой. Und während sie so müde gehen, kommt ein Dritter zu ihnen. И вот когда они были уже уставшие, подходит к ним третий. Und sie wissen nicht, wer der dritte Wanderer ist. Они не знали, кто был третий путешественник. Aber dieser Dritte merkt, dass sie so enttäuscht sind, dass sie ganz niedergeschlagen sind. Но этот третий человек, который к ним подошел, очень, он заметил, что они были очень расстроены. Und er spricht sie an. Was sind das für Dinge, die ihr miteinander besprecht? И он говорит, о чем это вы между собой разговариваете? Worüber diskutiert ihr? Was macht euch so traurig? Почему вы настолько печальны? О чем вы говорите? Und eigentlich hätte er sie nicht ansprechen sollen. Вообще-то он не должен был начинать с ними говорить. Denn jetzt bricht es förmlich aus ihnen heraus. И они начинают отвечать. Und sie sagen, wir hatten Hoffnung gehabt. Они говорят, у нас была надежда. Aber jetzt haben wir keine Hoffnung mehr. Но теперь у нас нет надежды больше. Kennen Sie sowas, wenn man keine Hoffnung mehr hat? Бывает у вас такое, что надежды больше нет, перед собой не видите? Wenn man ganz enttäuscht ist? Когда совсем расстроен, опечален? Und wenn man nicht weiter weiß? И не знаешь, что будет дальше? Und dann fragt doch dieser Dritte, der bei Ihnen ist, sagen Sie, was sind das für Dinge, die ihr besprecht? И вот этот третий спрашивает, о чем это вы говорите между собой? Und jetzt sagen sie, Jesus von Nazareth. Wir hatten auf ihn gehofft. И они отвечают, Иисус из Назарета, у нас была надежда, мы верили Ему. Wir hatten gehofft, dass er uns etwas erzählt oder dass er uns hilft und dass er unser Leben verändert. Мы думали, что Он нам поможет, что Он что-то расскажет нам, что Он изменит нашу жизнь. Er war unser großes Vorbild. Он был нашим примером. Aber jetzt haben wir keine Hoffnung mehr. Но теперь у нас нет больше надежды. Und dann erzählten sie ihm, wie sie in Jerusalem gewesen sind und wie sie erlebt haben, dass Jesus hingerichtet wurde. И они рассказали о том, что они были в Иерусалиме, что видели, как Иисуса распяли. Und dann sagen sie, und jetzt ist das Ganze schon 3 Tage vorbei. И они говорят, вот уже 3 дня прошло после этого. Und wir hatten gehofft. Мы надеялись. Und jetzt haben wir keine Hoffnung mehr. Und теперь у нас нет больше надежды. Und dann erzählen sie sogar, da gab es Frauen, die sind zum Grab gegangen. И тогда они рассказали о женщинах, которые пошли к гробнице Иисуса. Und wollten nach dem Toten sehen. И хотели также увидеть Иисуса там, в гробнице мертвого. Aber er war nicht da. Но там не было в гробнице Иисуса тела. Und wissen Sie, damals hatte in der Gesellschaft die Frau keinen Wert. Мы знаем, что тогда женщины не имели особого положения в обществе. Eine Frau durfte auch vor Gericht nicht aussagen. И женщина не имела права говорить перед судом или свидетельствовать. Ernst genommen. Они не могли воспринимать в то время женщин всерьез. Jetzt sagen die beiden, die Frauen hatten noch Hoffnung gehabt, aber jetzt haben sie keine Hoffnung mehr. Es ist alles vorbei. И они также говорят, что у женщин тоже была эта надежда, но теперь у них нет надежды. Was würden Sie tun, wenn Sie einem Menschen begegnen, der enttäuscht und niedergeschlagen ist? Что бы вы делали, когда видите перед собой человека, который расстроен и печален? Man würde versuchen, ihm Mut zu machen. Наверное, будете начинать как-то поддержать их. Oder wenn Sie vielleicht zu einem guten Arzt gehen, zu einem Psychologen gehen. Или, например, когда вы идете к врачу, к психологу. Dann würde der Psychologe sagen, ich kann Sie gut verstehen. И психолог будет говорить, я могу вас понять. Ich habe auch schon einmal so etwas erlebt. У меня тоже было такое в жизни, я вас понимаю. Und wissen Sie, ich glaube, wir finden einen Weg daraus. И говорит, мы с вами найдем путь. Aber der Dritte, der zu diesen beiden Freunden gekommen war, das war Jesus. И вот этот третий, который подошел к тем двум друзьям, это как раз-таки и был Иисус. Aber die zwei haben ihn nicht erkannt. Но эти двое путешественников не узнали его. Das kann uns ja auch passieren, wenn wir ganz enttäuscht sind, dann sehen wir plötzlich nichts mehr. У нас тоже может такое быть в жизни, когда мы очень расстроены, опечалены, мы можем перед собой не видеть чего-то. Das ist genauso, als wenn wir große Angst haben.
То же самое, когда у нас, когда мы чего-то боимся в жизни. Und da hat vielleicht ein Kind Angst vor einem Hund und läuft weg vor einem Hund. Например, когда мы видим ребенка, который увидел собаку, испугался и бежит от нее. Und dann kommt es nach Hause und sagt, da war ein ganz großes Tier gewesen. Приходит домой и говорит, я видел такого большого зверя. Und dabei war es nur ein kleiner Hund. Но это был маленький. Oder vielleicht erinnern Sie sich an eine Prüfung, die Sie hatten. Или, например, вспомните о страхе перед экзаменом. Und es sind nur noch ein paar Tage bis zur Prüfung. И осталось пару дней к экзамену. Und sie haben eine furchtbare Angst gehabt. И ужасный страх преодолевает нас. Ich schaffe diese Prüfung nicht. Мы говорим, я не сдам этот экзамен. Und sie haben gedacht, die Welt geht unter, wenn ich das nicht schaffe. И мы думаем, что все прекратится, если мы не сдадим этот экзамен. Und sie konnten nicht mehr schlafen. И не можем заснуть также. Und sie haben gedacht, das ist das schlimmste Ereignis der ganzen Welt. И мы думаем, что это самое ужасное, что может произойти с нами в жизни. Aber dabei geht das Leben nach jeder Prüfung, die man nicht bestanden hat, genauso weiter. Но все-таки после каждого экзамена жизнь продолжается, как и была до этого. Und so ähnlich ging es diesen beiden Freunden hier. И почти то же самое с этими двумя друзьями. Sie haben nicht mehr gesehen, wie das Leben wirklich ist. Они не представляли себе, как насколько настоящая, какая настоящая жизнь. Sie waren enttäuscht. Они были расстроены, опечалены. Und sie konnten nicht sehen, dass Jesus neben ihnen lief. И они не могли понять, что рядом с ними Иисус. Und jetzt macht er etwas. Was kein guter Psychologe macht. И теперь Иисус делает кое-что, что не сделает никакой психолог. Zu diesen enttäuschten Leuten sagt er, wie seid ihr doch so dumm? Он говорит этим двум друзьям, почему вы настолько глупы? Eigentlich steht hier ein Wort, das ist noch ein bisschen schärfer. Das Wort könnte lauten, wie seid ihr doch so doof? Вообще-то в оригинале стоит слово, которое означает больше, чем глупое. Почему вы настолько глупые? Und er stößt sie damit vor den Kopf. Он говорит это им прямо. Und dann erzählt er etwas. И тогда он рассказывает кое-что. Und er erinnert sie an das, was sie eigentlich hätten wissen müssen. И он напоминает им кое-что, о чем они, по идее, должны были уже знать. Und er erzählt ihnen, was in der ganzen Bibel im Alten Testament vom Messias gesagt worden war, von Jesus Christus. И он рассказывает о том, о Старом Завете, где было написано о приходе Мессии. Ich muss Ihnen sagen, ich hätte diese Predigt gerne hören wollen. Ich hätte diese Predigt, die Jesus gehalten hat, gerne hören wollen. Я бы тоже хотел эту проповедь услышать Иисуса. Stellen Sie sich vor, wenn Sie wüssten, Jesus ist am nächsten Wochenende hier in Kiew. Представьте себе, что на следующих выходных будет Иисус Христос здесь, в Киеве. Was meinen Sie, wie viele Leute nach Kiew kommen würden? Как думаете, много людей в Киев приедет тогда? Da würden alle hingehen. Наверное, все бы приехали. Aber hier, Sie haben nichts verstanden. Но они не поняли, что это Иисус, эти два друга. Jesus hält eine ganz wunderbare Predigt und sie verstehen überhaupt nichts. Иисус рассказал очень хорошую проповедь, сказал, но они, к сожалению, ничего не поняли. Sie waren so enttäuscht. Они были очень опечалены. Sie haben einen falschen Blick für ihr Leben gehabt. У них было другое представление о жизни. Und sie konnten nicht sehen. И они не могли увидеть правды. Und so gehen sie zusammen die 5 Kilometer bis nach Emmaus. И так они идут вместе 5 километров в Эммаус. Und es ist Abend geworden. Уже стал вечер. Und sie sind jetzt angekommen in diesem kleinen Dorf. И вот они пришли в это маленькое селение, в Эммаус. Und jetzt berichtet die Bibel, Jesus tut so, als wollte er weitergehen. И вот мы видим, читаем здесь, что Иисус хочет идти дальше. Also, er provoziert sie. Он провоцирует их идти дальше. In Palästina, dort, wo Jesus gelebt hat, ist man sehr gastfreundlich. В Палестине очень дружелюбные люди. Da lässt man am Abend keinen Menschen weiterlaufen. В Палестине в то время не разрешат дальше идти людям, которые приходят домой кому-то. Da lädt man den Gast immer ein. Komm rein. Всегда приглашают к себе домой. Und genau das machen die beiden auch. Sie laden Jesus ein. И также эти двое приглашают Иисуса к себе домой. Und man lädt nicht nur ein, dass man reinkommt, sondern was macht man, wenn man Freunde hat, die jetzt ins Haus gekommen sind? И вот не только приглашают друзей домой, а что еще делают друзьям, которые приходят домой к кому-то? Und das würden auch sie machen. Это то же самое сделали они, да. Man isst miteinander. Они вместе ужинали. Man macht ein schönes Essen. Готовят вкусную еду. Und dann lässt es sich gut erzählen. И тогда рассказывают друг другу что-то. Und diese zwei, die bereiten jetzt das Essen vor und legen das große Fladenbrot hin, ein großes Brot. И вот они сели, начали есть, перед ним был большой хлеб. Und jetzt macht Jesus etwas, was er nie hätte tun sollen. И вот они видят кое-что, что они перед этим
не знали, что Иисус, они думали, что Иисус будет это делать. Wissen Sie, wenn man zu Gast ist, dann beachtet man einige Regeln. Знаете, как когда мы в гостях у кого-то, то нужно какие-то правила соблюдать. Also ich bin in der DDR aufgewachsen. Я вырос в ДДР. Und da gab es eine Regel, die gibt es heute in der Bundesrepublik nicht mehr. И было тогда правило, которого сейчас нет в Германии. Aber die Regel in der DDR war, wenn man zu einem Gast kommt, dann zieht man an der Tür die Schuhe aus. И было такое правило, что когда заходишь кому-то в гости, нужно снимать обувь у входа. Wenn ich heute zu Gast komme, dann will ich an der Tür immer die Schuhe ausziehen. Когда я кому-то прихожу в гости, я сразу начинаю снимать обувь. Und so eine Regel war damals in Palästina, dass das Brot, wenn man anfängt zu essen, gebrochen wird. Das war ein großer Brotfladen, der wurde gebrochen. И также в то время, когда начинали кушать, то ломали хлеб большой. Und während der Brotfladen gebrochen wird, sprach der Hausherr das Gebet und den Segen. И после того, как хлеб поломали на куски, тогда начинает молиться хозяин дома. Und was macht Jesus jetzt? И что делает Иисус? Er ist der Gast. Он гость. Und er bricht das Brot. И он ломает хлеб. Das hätte er nie tun dürfen. Это он не должен был делать, только может хозяин делать. Und in dem Moment, wo er das Brot bricht, da ging ihnen ein Licht auf. И тогда, когда они увидели, что Иисус это делает, они сразу поняли, кто это. Mit einmal hörten sie an der Stimme, das ist Jesus. И они сразу говорят, это Иисус. Und mit einmal war alles klar. И вот им стало все ясно. Mit einmal war all ihre Enttäuschung vorbei. Все они были расстроены, и сразу все прошло. Und die Bibel berichtet, dass sie in dem Moment zurück nach Jerusalem gelaufen sind. И в то время sie sind zurück nach Jerusalem gelaufen. Die beiden Emmaus-Jünger. Okay. Они все время да, из Иерусалима ходили пешком домой. Sie haben sich also nicht zu Hause hingelegt und geschlafen, sondern sie sind im Dunkeln wieder nach Jerusalem gelaufen. И они пошли в Иерусалим. Und damals lief man eigentlich nicht im Dunkeln. Das war viel zu gefährlich. В то время не ходили по улицам, по темным улицам, было слишком опасно. Aber was tut man nicht, wenn man plötzlich etwas verstanden hat? Но что делает кто-то, когда что-то понял? Wenn einem plötzlich ein Licht aufgegangen ist. Когда кому-то как просветление пришло. Und genau das ist eins der entscheidenden Ereignisse der Reformation. И так само также с реформацией. Wenn Menschen plötzlich ein Licht aufgeht und man versteht, hier passiert etwas. Когда приходит как просветление, когда что-то понимаешь, es ist alles klar. Тогда что-то происходит, тогда что-то сразу становится ясно. In der Zeit vor der Reformation war vieles nicht klar. И во время до реформации было очень много неясного. Da gab es die Kirche mit viel Einfluss im Land. Была церковь, которая имела большое влияние в стране. Und die Kirche sagte, nur wer in der Kirche ist, kann gerettet werden. И церковь говорила, что только тот, кто находится в церкви, тот может быть спасен. Aber dann sah man die Bischöfe in der Kirche. И тогда епископы говорили в церкви. Und die Bischöfe, die waren so wie große Fürsten und Könige. И эти епископы были также как князья. Und dann wusste man, dass in der Bibel steht, wer euer Leiter sein will, wer der Erste sein will, der muss euer Diener sein. Но мы читаем в Библии, что кто хочет большим быть, то должен служить. Aber die Bischöfe und der Papst, das waren Menschen, die haben für sich ganz viel in Anspruch genommen. Но епископы и папа также, они о себе были большого, высокого мнения. Wer zum Beispiel den Papst getroffen hat oder treffen wollte, der musste ihm die Füße küssen. Если кто-то хотел встретить папу, то должен целовать ему ноги был. Und das war etwas, was die Leute nicht verstanden. И это было то, что людям не было понятно. Und sie verstanden auch nicht, dass sie nur Menschen zweiter Klasse in der Kirche waren. Они знали только то, что они были люди второго класса в церкви. Denn sie verstanden vom Gottesdienst fast gar nichts. И они не понимали о служении в церкви почти ничего. Stellen Sie sich vor, der ganze Gottesdienst würde jetzt nur in einer fremden Sprache gehalten werden, nur in Deutsch. Представьте себе, что если бы сейчас проповедь была только на иностранном языке, например, на немецком. Dann würden Sie sagen, was soll ich hier tun? Тогда вы бы сказали, что мне здесь делать? Denn der Gottesdienst wurde damals in Lateinisch gehalten. Потому что в то время богослужение было только на латыни. Aber die wenigsten Leute verstanden Latein. И очень мало людей понимали латынь. Und dann kam noch etwas dazu. Еще было кое-что. Dann war es so, dass die Ämter in der Kirche für viel Geld verkauft werden konnten. И также можно было
also zum Beispiel das Amt eines Bischofs konnte man kaufen. А можно было покупать вещи и предметы епископов. Und das war ein Amt, das kostete viel Geld. Это стоило денег больших. Denn wer Bischof war, der hat die Gelder, die Zehntengelder von den Gemeinden bekommen. И также еще была десятина собиралась. Und man konnte so ein Bischofsamt kaufen. Можно было купить такие вещи, предметы. Heute würde man sagen, das ist Korruption. Сейчас называется коррупция. So was gab es in der Kirche damals. Но тогда это было в церкви. Und dafür konnte man, musste man viel Geld bezahlen. И тогда нужно было много денег в церковь отдавать. Und dann gab es Menschen, die haben gesagt, das kann nicht wahr sein. И были люди, которые говорили, это не должно, наверное, это неправда. Denn die Bibel sagt etwas anderes. Библия говорит что-то другое. Jesus hat seinen Freunden nicht gesagt, dass sie für viel Geld etwas tun sollen. Иисус не говорил своим друзьям, что они должны были много денег платить за что-то. Und so gibt es schon im Mittelalter viele Fragen an die Kirche. И в средневековье уже много вопросов было для церкви. Und es gab viele Reformvorschläge. И было очень много предложений реформ. Stellen Sie sich vor, Sie hätten in Ihrem Land einen Präsidenten, der ein Chinese wäre. Например, представьте себе, что был президент, который был бы китайцем. Da würden Sie sagen, das kann kein guter Präsident sein. Они бы сказали, это не может быть хорошим президент. Denn der versteht uns überhaupt nicht. Потому что он нас не понимает. Aber die meisten Bischöfe waren damals Italiener gewesen. И большинство епископов в то время были из Италии. Und sie haben sich ein Bischofsamt gekauft. И они купили себе это. Aber sie sind niemals dorthin gefahren und haben sich um die Gemeinden gekümmert. Они заплатили себе за то, чтобы стать епископом, и они были во главе церкви. Stellen Sie sich vor, Sie würden in London wohnen. Представьте себе, что вы живете в Лондоне. London ist sicher eine schöne Stadt. Лондон наверняка хороший город. Aber in London gibt es ganz viel Nebel und ganz viel Regen. Но в Лондоне очень много тумана и дождей. Und so war es zum Beispiel, dass ein Italiener auch einen Bischofssitz in London gekauft hatte. И вот, например, что ein Bischofssitz in London, ein Bischofsamt in London gekauft. И, например, епископ купил себе место в Лондоне, чтобы стать епископом. Aber die Italiener sind niemals nördlicher als zu den Alpen gegangen. Но итальянцы очень далеко не продвигались в Европе. Weil sie gesagt haben, da leben die Barbaren. Они говорили, что там живут баварцы. Die besuchen wir nicht. Мы не будем к ним ходить. Können Sie sich vorstellen, dass jetzt Kritik in der Kirche da war? Представьте себе о том, о состоянии церкви в то время. Und die Gläubigen in England haben gesagt, wir wollen einen Bischof haben, der uns versteht. И англичане в то время говорили, что мы хотим иметь епископа, который понимает нас. Das ist ein zweiter großer Kritikpunkt. Это еще один пункт. Und dann gibt es einen dritten Kritikpunkt. Еще один есть пункт критический. Und zwar, das ist alles noch vor der Reformation. И все это было перед Реформацией. Dann gibt es die Frage, ist denn das, was die Kirche uns sagt, auch wirklich das, was in der Bibel steht? И третье, это действительно ли то, что говорит Церковь, именно так, как говорит Библия? Oder kann es sein, dass die Aussagen der Bibel eigentlich zum Teil ganz anders sind? Или, может быть, Библия говорит не так, как говорят Церкви? Und die Menschen, die lesen konnten, die hatten jetzt eine Frage. Ist das, was die Kirche uns sagt, wirklich das Wort Gottes? И люди, которые читали, они спрашивали, действительно ли так в Библии, как говорит Церковь? Und so haben wir in der Zeit vor der Reformation sehr viele Fragen an die Kirche. И в то время, до Реформации, было очень много вопросов к Церкви. Und dazu kommt noch etwas. И еще кое-что. Die Zeit des Mittelalters bezeichnen wir auch als eine dunkle Zeit. И время до Реформации мы называем как темное средневековье. Warum war sie dunkel? Почему темное? Sie war dunkel, weil man viel Angst hatte. Темное, потому что у людей было очень много страхов. Es war eine Zeit, wo man Angst hatte vor Krankheit. Это было время, когда люди боялись болезней. Das war die Zeit der Pest. Например, в то время была Die Lebenserwartung der Leute war nicht hoch, sie wurden nicht alt. Например, в то время была чума, и люди долго не жили. Man hatte Angst vor vielen Dingen, die man nicht verstand. И люди боялись много чего, чего они не знали. Zum Beispiel, wenn ein Gewitter kam und der Blitz einschlug. Например, когда была буря и ударяет молния. Dann dachten die Leute, jetzt redet Gott. Они думали, что это говорит Бог. Man konnte also die Welt nicht verstehen, so wie wir sie verstehen. Мы не можем сейчас понимать так мир, как раньше люди это понимали. Und wenn jemand Angst hat,
И когда кто-то боится, dann kann man aus dem Angst auch Kapital schlagen. Dann kann man auch die Angst sich zunutze machen. И тогда из-за страха начинает что-то другое делать. Ich weiß nicht, ob Sie ein Versicherungsvertreter sind. Не знаю, могли ли ты страховаться. Aber die Versicherungsvertreter leben von der Angst der Menschen. Но те, которые страховые компании, они живут за счет людей, которые страхуются. Ich habe vier Kinder. У меня четверо детей. Und als das vierte Kind geboren war, das ist schon lange her. И когда четвертый ребенок родился у меня, da kam ein Versicherungsvertreter zu uns ins Haus und hat gesagt, Sie müssen unbedingt für alle Kinder eine Lebensversicherung abschließen. Сразу к нам пришел представитель страховой компании и сказал, что нужно сделать страховки для всех детей. Ich habe ihn gefragt, warum ist das wichtig? Я спросил его, зачем это? Ja, hat er gesagt, da passieren so viele Unfälle. Он говорит, что столько всего много происходит сейчас. Und da habe ich ihm gesagt, wissen Sie, es gibt viel Negatives, es gibt aber auch viel Positives. Я говорю ему, много всего негативного происходит, но еще больше позитивного происходит в жизни. Ich habe keine Angst. У меня нет страха, я не боюсь. Ich habe gute Freunde. У меня хорошие друзья. Und ich habe Gott. И у меня есть Бог. Das heißt also, wer Angst hat, den kann man leicht beeinflussen. И когда кто-то чего-то боится, тогда на него легко влиять. Und so ähnlich hat Luther das auch erlebt. И Лютер также пережил это в своей жизни. Er lebt ja in dieser Zeit der Angst. Лютер жил в это время страхов. Er lebt in einer Zeit, in der man sogar eine Kunst hatte zu sterben. В то время также... Ja, man hat aus dem Sterben eine Kunst gemacht. Также со смерти, это как искусство было смерти. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Мы сейчас не можем себе это представить. Aber damals gab es eine Ars Moriendi, eine Kunst zu sterben. Так называемое искусство умереть. Man hat gelernt, wie man richtig stirbt. Тогда человек учился, как правильно нужно умирать. Weil man nicht viel Zeit zum Leben hatte. Когда немного было времени, чтобы жить. Und man dachte sehr viel an Sterben. И он думал о смерти в то время. Und man versuchte so zu leben, dass man sagt, wenn man stirbt, dann möchte ich aber nicht lange in der Hölle sein. И они жили так, что хотели прожить жизнь так, чтобы умереть и не очень недолго находиться в аду. Und genau in dieser Welt ist Martin Luther aufgewachsen. И как раз в это время рос и родился Мартин Лютер. Er war Student in Erfurt. Он был студентом в Эрфурте. Und ging einmal nach Hause. Das ist ungefähr ein Weg von 80 Kilometern. И однажды он шел домой. Это примерно 80 километров. Und als er zurückkam zur Universität kurz vor Erfurt, erlebte ein Gewitter. И, не доходя до университета, началась буря по дороге. Ein schweres Gewitter. Очень сильная буря. Und er ist auf freiem Feld. И он был в поле. Er hat keinen Platz, wo er sich hinwenden kann. Не было никакого места, где бы он мог спрятаться от бури. Und da schlägt der Blitz neben ihn ein. И вот молния ударяет рядом с ним. Und das bereitet ihm ganz viel Angst. Он очень испугался. Und plötzlich sagt er, Hilf, heilige Anna, ich möchte ein Mönch werden. И он говорит, помоги мне, святая Анна, я хочу стать монахом. Was sagt man, wenn man so plötzlich erschreckt ist? Что говорят люди обычно, когда они очень пугаются? Man sagt etwas, was tief im Herzen ist. Они обычно говорят то, что глубоко у них в сердце лежит. Da überlegt man nicht lange. Нет много времени, чтобы думать. Und so war's auch bei Luther. И тоже было у Лютера. Er hat nicht zu Maria gerufen. Он не к Марии обращался. Er hat auch nicht zu Jesus gerufen. Он также не к Иисусу обращался. Sondern er hat zur heiligen Anna gerufen. Warum? Он святую Анну позвал. Почему? Luther war der Sohn eines Bergmanns. Sein Vater war Bergmann. Да, его отец был горняком, работал в горах. Und der Schutzheilige der Bergleute, der also als Heiliger für die Bergleute galt, das war halt die heilige Anna. И святая Анна, это она была как защитница горняков в то время. Und das hat er als Kind gelernt. И он как ребенок еще выучил это. Das geht uns ja auch so. У нас тоже так может быть. Dass das, was wir als Kinder gelernt haben, ganz tief in uns drinne sitzt. То, что мы еще когда детьми были, выучили или поняли, у нас через всю жизнь проходит это. Und jetzt sagt er, ich will Mönch werden. Он говорит, я хочу стать монахом. Das heißt, er muss sich mit dieser Frage schon früher beschäftigt haben. Значит, он уже до этого об этом задумывался. Und er wird Mönch. И он становится монахом. Aber die Frage, die so tief in seinem Herzen ist, die wird er nicht los. И вот это желание, которое у него в сердце было. Nämlich die eine Frage, wie ist das mit meiner Schuld?
Вопрос, который у него был, что с моими грехами? Wie ist das, wenn ich sterbe? Что будет, когда я умру? Muss ich dann lange ins Fegefeuer? И должен я быть гореть в аду долго, Was в огне? Passiert, wenn ich jetzt sterbe? Что случится, если я сейчас умру? Was kann ich tun, что я могу сделать? Dass ich dann, wenn ich tot bin, einen gnädigen Richter finde? Что я могу сделать, чтобы когда я умру? Denn das wusste er, am Ende der Tage hält Gott Gericht. Когда я умру, найти хорошего судью. И вот случилось то. Und die Frage saß tief in ihm drinne. И один вопрос был глубоко в сердце у Мартина Лютера. Und als er jetzt ins Kloster ging, fand er keine Antwort. И вот он хотел пойти в монастырь. Und er beschäftigt sich mehr und mehr. Er ist ein ganz frommer Mönch. И он больше и больше в себя наполняет то мыслью, чтобы пойти в монастырь. Und er betet viel. И он молится. Und er macht alles, was man tun kann, damit man ein guter Mensch ist und ein guter Christ. И он старается делать как можно больше всего, чтобы заработать, так сказать, спасение. Aber er findet keine Antwort. Но он не мог найти ответа. Keine Antwort. Bis ihm sein Ordensoberer sagt, der Leiter des Klosters sagt, И вот настоятель говорит ему в монастыре. Martinus, sieh auf Christus. Настоятель говорит ему: Мартинус, посмотри на Иисуса. Sieh auf Christus. Посмотри на Христа. Wenn wir Angst haben, dann ist es doch gut, wenn wir jemand haben, auf den wir sehen können. Очень хорошо, когда мы боимся посмотреть на кого-то. Können Sie sich noch erinnern, als Sie ein kleines Kind gewesen sind? Помните еще, когда вы были детьми? Und kleine Kinder haben manchmal Angst. И маленькие дети боятся иногда. Aber wenn das Kind an der Hand vom Papa oder der Mama geht, dann hat's keine Angst. И когда ребенок держится за руку папы или мамы, тогда ему уже не страшно. Wenn man weiß, Papa und Mama sind in der Nähe, dann machen Kinder ganz viel. Когда они знают, что папа или мама рядом, они тогда не боятся, дети. Aber wenn sie allein sind, haben sie Angst. Но когда они одни, они боятся. Und der Rat, den ihm der Ordensobere gegeben hat, der war gut. И вот совет, который ему настоятель дал Мартину Лютеру, был очень хорошим. Martin, sieh auf Christus. Мартин, смотри на Христа. Er war enttäuscht gewesen. Мартин Лютер. Martin Luther war enttäuscht gewesen. Мартин Лютер немного расстроился. Er wusste nicht, welche Lösung für seine Frage da ist. Он не понял, как может это относиться к его вопросу. Er wusste nicht, was er noch tun soll, damit Gott ihn akzeptieren kann. Он хотел, чтобы ему сказали, что он еще может сделать больше для того, чтобы Бог принял его. Am Ende ist er so enttäuscht, dass er sagt, ich habe Gott gehasst. И в конце концов Мартин Лютер говорит, что я ненавижу Бога. Weil Gott etwas von mir fordert, was ich nicht leisten kann. Потому что Бог на меня возлагает то, что я не могу вынести. Ich möchte ein guter Mensch sein, aber ich kann nicht so leben, wie Gott das möchte. Я хочу быть хорошим человеком, но я не могу им быть. Und die Antwort für ihn, die war nicht gefunden. Но не нашел ответа. Wie ist das bei uns? Как это у нас сейчас сегодня? Bekommen Sie gerne Geschenke? Вы любите получать подарки? Mal ehrlich. Будьте честными. Aber mit den Geschenken ist das so eine Sache. Но с подарками это одно дело. Wenn mir jemand etwas schenkt, dann denke ich muss dem anderen auch etwas schenken, oder nicht? Когда кто-то мне что-то дарит, тогда я тоже должен что-то ему в ответ подарить. Dann fühle ich mich verpflichtet, dem anderen auch etwas zu geben. Тогда я чувствую ответственность, что он мне подарил что-то, и я тоже должен взамен что-то сделать ему. Und wenn der eine mir ein kleines Geschenk gemacht hat, и кто-то мне что-то маленькое подарил, dann denke ich muss ihm ein etwas größeres Geschenk machen. И я себе думаю, что я должен что-то большее сделать этому человеку в ответ. Das heißt, wir fühlen uns verpflichtet, etwas Gutes zu tun. Это означает, что мы чувствуем ответственность за то, что нас кто-то что-то возлагает, и мы должны в ответ тоже что-то делать. Oder können Sie sich vorstellen, wenn ein kleines Kind plötzlich ein Geschenk bekommt? Представьте себе, что маленький ребенок получает подарок. Was macht das Kind dann, wenn es ein Geschenk bekommt? Normalerweise ein kleines Kind. И что тогда ребенок делает? Обычно. Es freut sich, nicht wahr? Он просто радуется. Und was sagen wir als Eltern dann, wenn es ein Geschenk bekommt? И что мы говорим тогда? Was sagt man jetzt? Что мы говорим тогда ребенку, что нужно сказать? Und das Kind soll sagen, спасибо. И ребенок должен сказать спасибо. Dankeschön. Ja. Das heißt, so sind wir als Menschen. Wir lassen uns nicht gern etwas schenken. Мы вот люди, мы не всегда любим что-то дарить. Wir müssen immer etwas zurückgeben. Когда нам дарят, мы тоже хотим чем-то воздать. Aber eigentlich ist es viel schöner, wenn man etwas geschenkt bekommt, ohne dass man dafür etwas geben muss. Но намного лучше, когда нам что-то дарят,
и мы не должны ничего в ответ делать. Vor allem, wenn man etwas geschenkt bekommt, obwohl man es gar nicht verdient. Прежде всего, когда дарят что-то, когда не заслуживают этого. Können Sie sich noch an Ihre Schulzeit erinnern? Помните еще? Vielleicht hat damals die Mama oder der Papa gesagt, wenn du eine Eins nach Hause bringst, dann bekommst du, in Deutschland hat man gesagt, eine Mark. Помните еще, когда времена школы, когда вы боялись, когда приносите двойку домой? Und dann hat man sich angestrengt, dass man möglichst viele gute Zensuren bekommt. И хотели мы избежать того, чтобы родители нас наказывали. Aber ist das bei Gott auch so? Но у Бога тоже так, что Он нам воздает злом. Das heißt, wir wollen als Menschen gern Gott etwas liefern. Wir wollen zeigen, wie gut wir sind. Мы тоже хотим иногда, как люди, чем-то воздать Богу, что-то сделать. Und wenn wir gute Menschen sind, dann muss Gott auch gut zu uns sein. Если мы хорошие люди, значит Бог должен тоже к нам хорошо относиться. Wir möchten am liebsten mit Gott handeln. Лучше как-то с Богом иметь дело какое-то. Aber das funktioniert nicht. Но это не работает. Und das hat auch bei Luther nicht funktioniert. И у Лютера тоже была такая ситуация. Und dann liest er in der Bibel und liest. И вот он читает и читает Библию. Und er beachtet das, was ihm gesagt wurde. Martin, sieh auf Jesus. И он старается делать то, что ему сказали. Мартин, смотри на Христа. Und dann entdeckt er einen Bibeltext, der für ihn ganz wichtig ist. И вот он нашел один текст Библии, который стал ему очень важным. Ein Bibeltext im Römerbrief, der ihm plötzlich etwas sagt. Стих в Библии от Римлянам, который прочитал Мартин Лютер. Und plötzlich geht ihm ein Licht auf. И вот ему как просветление пришло. So wie bei diesen beiden Emmaus-Jüngern. Как у тех двух друзей, которые шли с Иисусом домой в Эммаус. Sie haben plötzlich etwas verstanden. Он что-то сразу понял. Und jetzt versteht er etwas, was er vorher nie verstanden hat. Он понял кое-что, что до этого не мог понять. Und er merkt, Christus schenkt mir alles. И он понял, что Иисус мне все дарит. Ich muss überhaupt nichts leisten. Я не должен ничем воздать Ему. Ich bekomme alles geschenkt. Все, что дает Христос, это подарок. Es ist alles Gnade. Это благодать. Wissen Sie, was das für eine Auswirkung auf sein Leben hatte? И знаете, что, как это повлияло на его жизнь? Er hat seinen Namen verändert. Он изменил свое имя. Luther hieß eigentlich Martin Luder. Перед этим он назывался Мартин Лютер. Und Luder ist im Deutschen kein schöner Name. И Лютер – это не очень хорошее имя в Германии. Niemand von uns möchte so einen Namen haben. Никто бы из нас не захотел бы так называться. Aber jetzt verändert er seinen Namen. И вот он меняет свое имя. Und er macht das so, wie die Gelehrten das damals gemacht haben. Er ist ja auch ein Gelehrter. И он делает, как раньше учителя делали. Er gibt sich einen lateinischen Namen. Он берет себе латинское имя. Also zum Beispiel, wenn damals jemand ein Bauer gewesen ist, например, когда кто-то в то время был строителем, dann nannte er sich nicht mehr Bauer, wenn er ein Gelehrter war, он не называл себя строителем больше, sondern er nannte sich Agricola. Если, например, стал учителем, он называл себя Агрикула. Agricola. Das hört sich doch viel besser an. Это намного лучше звучит. Das war das Zeichen von Gelehrten. Так делали учителя. Und Luther gibt sich einen neuen Namen, einen griechischen Namen. И Лютер берет себе греческое имя. Und er unterschreibt in Briefen jetzt mit einmal mit dem Wort Eleuterus. И вот он пишет, подписывает письма внизу, Eleuterus. Das heißt übersetzt der Freigewordene. Что означает свободный, тот, который стал свободным. Einer, der frei geworden ist von seiner Angst. Тот, который стал свободным после от своего от страха. Und aus Eleuterus И Eleuterus wurde Luther. И стал Лютером. Und das ist sein neuer Name. Это стал его новым именем. Und er gab sich einen neuen Namen, weil er frei geworden ist von der Angst. И он взял себе новое имя, потому что он стал свободным от страха. Das он больше не боялся. Das wichtigste Ereignis seines Lebens war, dass er erlebt hat, dass Gott ihn frei macht. Для него это было очень важно в жизни, что Бог делает его свободным. Dass er von Gott etwas geschenkt bekommt. Что он получает подарок от Бога. Ohne dass er dafür etwas tun muss. И он ничего не должен делать. Wir können nicht genau sagen, wann dieses Ereignis stattgefunden hat. Мы можем также поступать так. Darüber sind sich die Gelehrten ganz uneinig. Die Gelehrten, die wissen nicht genau, wann das gewesen ist. Мы не знаем, когда точно это произошло. Luther hat das nie aufgeschrieben. Лютер не писал об этом.
Aber das war für ihn so wichtig, Но для него это было очень важно, dass er von diesem Zeitpunkt an immer in Briefen, die er geschrieben hat, mit Luther Eleuterus unterschrieben hat. И с того времени Лютер начал подписывать письма внизу Eleuterus, Luther. Der Mensch, der frei geworden ist. Человек, который стал свободным от страха. Und wissen Sie, wenn man in Angst lebt, когда кто-то живет в страхе, dann drückt das nach unten. Тогда страх давит на человека. Dann kommt mir das so vor, als habe ich einen schweren Rucksack zu tragen. Это похоже на то, когда мы несем очень тяжелый рюкзак на плечах. Und dann geht man krumm. И вот невозможно идти ровно, так сгибаешься. Aber wenn man die Last abgelegt hat, но когда снимаешь этот груз с себя, dann kann man frei laufen. Тогда очень можно свободно идти. Und dieses Ereignis, das ungefähr im Jahr 1515 oder 1516 stattgefunden hat. Это было примерно в 1515 или в 1516 году. Das war der Beginn der Reformation. Это было начало реформации. Es war nicht das auslösende Ereignis. Это было не его собственное желание. Das waren die 95 Thesen, über die wir gestern gesprochen haben. Это также идет речь о 95 тезисах, о которых мы вчера говорили. Aber es war der Punkt, wo Luther ein neuer Mensch geworden war. Это точка отчета, когда Лютер начал быть свободным человеком. Ein völlig anderer. И начал себя по-новому чувствовать. Luther war ein Licht aufgegangen. Лютера как просветление пришло к нему. Und ich wünsche uns auch, dass uns ein Licht aufgeht. И я желаю нам тоже, чтобы на нас сошел свет, и чтобы мы также dass поняли, что для себя. Dass wir nicht mit Sorgen belastet losgehen müssen. Чтобы мы не нагружали себя проблемами, переживаниями. Dass wir aus Angst manches nicht sehen. Чтобы мы не переставали видеть кого-то из-за страха или что-то. Sondern, dass wir das gleiche erleben wie Martin Luther. Чтобы мы пережили то же самое, как и Мартин Лютер. Dass wir sagen können, ich bin frei geworden. Чтобы мы сказали, я стал свободным. Das wünsche ich uns. Это я желаю нам сегодня. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо доктору Йоханнесу за такую прекрасную лекцию. Я думаю, что мы все вдохновились. Есть над чем задуматься, есть над чем поразмышлять. Мы будем рады видеть вас завтра на 18:30 здесь же, на этом месте. Приходите сами, приводите ваших друзей. Ну а сегодня всего вам хорошего, отличного вам вечера и хорошего пути.